Юбилей – это круглая дата, особенный день рождения. 90-летний юбилей 6 апреля отметила жительница села Вольная, Моцная Ольга Андреевна. С такой знаменательной датой именинницу поздравили председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и глава поселения Мурат Хагуров. Уважаемая наша Ольга Андреевна, от всей души вас поздравляем с вашим 90-летним юбилеем. Желаем вам еще долгих-долгих лет жизни, большого жизненного счастья. Очень приятно. Заходим в дом, полный гостей. Это очень о многом говорит, поверьте нам на слово. Хочется, чтобы также по хорошему поводу собирались у вас в гостях. И долго-долго лет еще приходили друзья, это родственники, я понимаю, так. Ну и мы забывать не будем. Обещаю тоже со стороны, что будем приходить и поздравлять вас. Вот вам лично на ваше именное письмо, на ваше имя от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Поздравления. А это вам на ваш праздник от главы администрации района. Там. Спасибо. Подарочек. Да. Спасибо. Это от поселения, от Волинского, от местного. Спасибо. Поздравления от нас. Спасибо. Также Ольгу Андреевну с 90-летием пришли поздравить самые близкие и родные люди, среди которых была Раиса Васильевна Мозговая, проработавшая с ней 5 лет в предприятии розничной торговли. Она искренне поздравила именинницу и свою лучшую подругу. Андреевну знаю очень давно. Мы с ней в ПРТ работали вместе. Я экономистом, она помощником у меня была. Очень ответственный, хороший человек. Ну, что еще сказать, только добро людям делает и получает тоже добро. Ольга Андреевна родилась и выросла в селе Вольном. 10 лет проработала в школе, а после в предприятии розничной торговли. К сожалению, жизнь не дала ей ощутить радости материнства. Но, тем не менее, у нее 5 племянников и племянниц, которые подарили ей 10 внуков и 15 правнуков. Они ее очень любят и стараются часто навещать. Вот мои внуки, племянницы, правнуки, они меня обижают. Помогаем, чем можем, говорит ее внук Олег. Именинница поблагодарила представителя района в лице председателя Совета народных депутатов Александра Брянцева за оказанное внимание и всех тех, кто разделил с ней ее радость в этот день.